Продолжается мужской понедельник на 101.0, 12.06 студии. Мы вам обещали второй час музыкальный. Получается, Николай Голиков. Получается, и Владимир Сметанин. Да, и с нами Макс. Но петь мы не будем. Да. Макс Иванов будет петь и играть. Макс, добрый день, лидер группы «Торбо на круче». Здравствуйте, дорогие друзья. Так нормально представлять лидер группы? Не штамп, не клише, вот какое-то меня всегда смущает. Меня не смущает, если это штамп и клише даже. Так принято, это нормально. Добро пожаловать на родину. Спасибо. Да, в родной город. Вятка, Киров. Киров, Вятка. Вот Вятка, Киров. Вятка, Киров. Да. Тут у нас в последнее время тоже обострилась опять дискуссия. Каждые 2 года обостряется. Я уже давно предложил. Как называть? Киров на Вятке, успокоится всем. Ну, это я, кстати, был бы не за этот вариант. Потому что, Киров на Вятке, это все равно отсылки уже Ростов-на-Дону и все такое. У нас другая история. Ну, Вятка все равно в простонародье всегда, в разговоре, чаще всего это название бывает. А Киров все-таки... Ну, я родился в Кирове, мне это тоже привычно. Мягко звучит Киев, после К, И, это мягенько, это хорошо. Благозвучно Киров, хорошо. Вятка тоже очень ласковая. А Вятка открытое слово, там А. Совершенно справедливо, согласен. Мне оба названия уже нравятся. Если раньше я был за Вятку больше, я не знаю, может быть, это годы берут свое. Я сейчас, мне нравятся оба. И если будет голосование, конечно, я сделаю выбор. А так и Киров, и Вятка хорошо. 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 Сейчас хорошо. У нас сегодня будет музыка присутствовать. Группе «Торбо на круче» в этом году 20 лет. Ну, осенью мы будем отмечать. Пока у нас 98-го года выпуска, собственно, команда. 98-го года выхода на сцену в Питере. Вот так будем говорить. И берем летоисчисление именно с этого момента. А вятский период не берете? Ну вот для группы теперешней не берем вятский, потому что собрался новый коллектив, песни в Питере пошли другие. И, ну, то есть получилась новая группа. Просто название осталось старое, потому что, ну, во-первых, я его изначально в себе нес и пестовал, а потом мы с братвой думали над новым названием, но ничего, почему-то не придумали, что понравилось бы больше, чем это. Поэтому закрепилось «Торбо на круче». Вот. Хотя мы с ним уже с этим названием поняли, что нахлебались, потому что были разные случаи, и нам даже конкретно передавали от организаторов, что с таким длинным названием фестиваль сложно включать, потому что большая афиша, его очень длинно пишет, ну, как бы не влезает просто. Ну, то есть до такого, как бы это ни было смешно, до такого бреда доходило, поэтому часть, наверное, выступлений фестивальных в том числе потеряли из-за своего названия. Ну и потом с панталыку сбиваем многих людей, потому что до сих пор, несмотря на 20-летнюю нашу историю, многие считают, что мы группа из Украины. Это из-за чего? Из-за слова «торбо»? Ну, скорее всего, да. Вообще такое звукосочетание «торбо на круче». Как-то им кажется, что это именно с Украиной связано. Ну и потом... Чтобы даже было приятно этим людям, может, что-то на украинском уже что-то разучить. Уже было такое, уже конечно. Было, да. До вот этого дикого дебильного кризиса мы, конечно, уезжали всегда с радостью на гастроли в Украину. И у нас есть одна песня, которую мы исполняли на украинском языке. Да, и там было много и фестивалей, и концертов сольных. Я, конечно, очень скучаю и переживаю, что закончилась возможность петь на Украине. Ну, слушай, не такое же длинное название, да? Даже вспомните смысловые галлюцинации, там букв-то больше. А смысловые галлюцинации больше нет, по-моему. Ну, я просто имею в виду, что название, ну, пришло то, что есть, гораздо более длинное. Есть, там, конечно, да? Есть комитет охраны тепла. Ну, да, ну, а если старое брать название, там вообще это... Ну, да, это больше отсылка к тем временам все-таки, а сейчас... Сейчас уже надо все, да, коротко, ясно, да. Время такое, да, все ускоряется. Кстати, вспомнил, кстати, события на Украине, они в музыкальном-то мире тоже хаукнулись довольно-таки, когда я узнал, что группа «Воскресенье» распалась по этому поводу. Когда Сапунов и Романов разошлись, и ехать или не ехать выступать в Крым, там, чей Крым, вот, в общем, так, ну, это тяжелый такой след оставил. Что сейчас группа собой представляет? Группа собой представляет музыкальный коллектив, сплоченный, радостный, полный. Нет, я к тому, что кто-то ушел, кто-то пришел, или команда жива? Было такое как раз в этом году, случилась смена состава, ушел гитарист Макс Малицкий, он родом из Самары, и все-таки в Самаре остался, потому что неудобно ему было постоянно наездами в Питер приезжать и репетировать и гастролировать, и у нас не получалось постоянно быть в рабочем графике из-за этого. Вот. И хотя он 9 лет верой и правдой, так сказать, в коллективе прослужил, за что ему большое спасибо. А сейчас Лёшка Пяткин, наш вятский, Алексей Викторович, он перешел обратно на гитару, потому что он изначально с барабаном.
Бас-гитара. Бас-гитара, он на бас-гитаре играл. Простите, да, последние крайние 9 лет. Да, играл на бас-гитаре. И вот сейчас он опять разучивает все партии на гитаре героически. А на бас-гитару... Беда, струн-то больше, чем на бас-гитаре. Да, струн, да и примочек он на самом деле ногами играть тоже надо. Вот. А на бас-гитару пришел Леша Андреев, который до этого играл с Бутусом в группе «Юпитер». «Юпитер» тоже, так сказать, прекратил свое существование как музыкальный коллектив. А Леша Андреев, да, пришел к нам. Еще у него есть свой проект «Cats Park» называется. Но мы приветствуем всякие параллельные музыкальные течения, друг другу помогаем. Вот как раз недавно, перед Новым годом, мы записали песню и выпустили клип наш. Друг и брат Денис Репин, наш вятский, опять же. Есть уже в сети, можно посмотреть. Да, есть, да, конечно. Есть. «Чудеса и волшебство» называется. Вот такую работу сделали. И с нами спела вокалистка «Cats Park» Юля Худякова. В общем, такая ласковая, нежная работа получилась. И такая рождественская. Мы все очень... То есть «Cats Park» — это сайт-проект басиста, да? Потому что я вот... Не сайт-проект, это его основной проект. Его основной проект, да? То есть это вы у него сайт-проект. Ну, мы параллельно существуем. Ну, просто там, когда вот я смотрел в сети у Дениса, да, он выложил, там было написано, что такая-то девочка Юлия из Кацпарка. Конкретно пояснений не было, что это за Кацпарк такой. Кацпарк просто это проект именно Леши и Юли, и там играет наш барабанщик тоже, Игорь, который в Торбина круче играет. То есть у нас все переплетено, и все прекрасно сосуществуют. И самовыражаются. Да, да. Я думаю, пора нам музыкальную композицию уже запулить в эфир. Перед этим я напомню. Да надо было с самого начала, и вообще нам чтобы молчать лучше стоило. Да? Да, можно нас не только слушать на 101.0 FM, можно также нас слушать в интернете на сайте kirova.ru. И также у нас есть Инстаграм, да, трансляция в Инстаграме нашей радиостанции. Так что, пожалуйста. Итак, Макс Иванов, что прозвучит? Ну, раз мы на эхе Москвы, спою такую песню. Что, прям про эхо Москвы? Почти. На крючке называется. На крючке. Всем мы на крючке. Сейчас мы будем сидеть думать, как же мы это... Молчание. Снова репли.
на крючке. Макс Иванов, Торбо на круче. Сильная вещь, надо сказать, в сговоре правительств и вампиров. Что там такое внутри бушевало, Максим? Ну, сначала как текст был в сговоре правительств и банкиров. Банкиров. А потом я понял, что вампиров про них правильнее. Правильно. Почти по Пелевину. Очень сильно. Спасибо. Небольшая пауза у нас сейчас будет, и мы продолжим нашу музыкально-творческо-разговорную передачу. Продолжаем нашу беседу. Макс Иванов, лидер группы «Торбо на круче», у нас в студии Николай Голиков. Владимир Сметанин. Композиции еще будут, безусловно, звучать. О творческих планах, конечно, хочется поговорить, что в ближайшем будущем будет. Концерты, выступления, где, когда? Да, сейчас мы сыграем два концерта зимних больших в Москве и в Питере. А потом в марте, что самое главное и самое приятное, приедем в Киров. 9 марта здесь будет большой концерт в Гауди. Так что, ребята, всех ждем. Будет, ну, это, во-первых, первый концерт вот в таком составе, где Алексей Викторович Пяткин снова на гитаре. И, так сказать, тоже в качестве фронтмена будет выступать. И будут и новые песни, и потом, скорее всего, я привезу с собой альт, и будет несколько композиций, где будет звучать еще и этот инструмент. Ну, как один из инструментов, собственно, да, в общем, и целом. Так что будет много интересного, готовим спецпрограмму, так что всем ждем. Давно не виделись, уже соскучились, полтора года почти прошло. Так что, круто. Но здесь 9 числа, потому что новые лучшие будут звучать. Новые и лучшие, имею в виду. Да, да, примерно так, как бы это опять банально не звучало. Угу. Но мы же готовимся к записи нового альбома, который как раз вот в течение года 20-летия мы, думаю, запишем и поедем в тур. Предыдущий альбом «Иваново детство» в 17 году ведь вышел. «Иваново детство», да, вышел год назад. Но это будет все-таки альбом уже не «Иваново детство», а «Торбо на круче» именно проекта. В смысле группы. Так что... То есть 20-летие новым материалом отмечать будете? Ну, знаете, многие там 20-летию там переиздать... Да, собрать, мы не, трибьют, попродавать, да, трибьют собрать. Я думаю, что мы поедем в большой тур, посвященный 20-летию, и вот во время перерывов этого тура будем записывать альбом. А сейчас как раз вот весной проведем краудфандинг по этому поводу, поймем, как бы, насколько всем нужен этот это новый альбом. Это сбор средств, да? Нет, да. Это, нет, или что это не совсем правильный сбор средств, это когда просто подайте, кому не жалко. А краудфандинг — это когда предлагаю купить наш альбом, который мы запишем через год. Ты просто вкладываешь в издание альбома, да, и получаешь потом свои экземпляры. Они покупают то, что еще не сделано, но столько доверяют, что вкладываются в эту свою покупку чуть заранее. А можно поподробнее, где записываетесь, что за студия?
Ну, мы... Я знаю, Добролет очень любят в Питере. Ну, мы всегда пишемся, да? Пишемся на Добролете, как минимум ритм-секцию записываем там обязательно. А дальше есть варианты, потому что сейчас, ну, действительно, простор для возможностей широк звукозаписи. Что-то пишем дома, потому что много такой лабораторной работы. Ну, на домашней студии. Не Ну, сейчас это позволяет, современная техника. Да. Потом мы открыли хорошую такую студию-библиотеку, где как раз записывали живьем вот песню «Чудеса и волшебство», и клип снимали, может быть, посотрудничаем и с ними. Ну, то есть варианты. Каждый момент времени возникают какие-то идеи, которые можно пробовать воплощать. И этим ценно как раз. То, что время настолько сейчас быстро идет, и столько всего нового открывается, возможностей, пока точно не знаем. Скорее всего, будем записывать ритм-секцию на Добролете, потому что там, ну, там здорово, уютно, и это лучше станет. Слушайте, а ленинградская студия грамзаписи, она сейчас существует? Мелодия, которая... Мелодия, да, она есть, она как-то... Я давно туда не заходил, честно скажу, наверное, лет 5, поэтому не знаю, что сейчас там происходит, но, наверное, да, потому что все-таки... Она уже дорогая, просто как... Память. Не как память, а именно как такое место. Ну, как символ такой. Там же церковь. И звучание каких-то инструментов, которые можно записывать прямо в помещении церковном, там ничем не заменить, потому что это уникальная акустика. Вот, там как раз первый раз в жизни я побывал, когда записывал струнные для альбома Юпитера и Бутусова «Имя рек». Как раз там мы сели, и это... хотя нет, побывал там раньше. Как раз у Дениса Репина, кстати, когда он учился в Питерском институте, забыл его название, ну, неважно, на звукорежиссуру. У него там была ученическая какая-то, не дипломная, а какая-то там курсовая, что ли, какая-то работа по записи песен. Песни нужно было написать, кстати. Он вот тогда нас, молодых музыкантов, группу «Торнокруч» позвал, и мы там записывали песню «Свобода», точно. Была пробная запись. Вот это было первое знакомство. А потом уже, да, струнные писали. Дорого сейчас вообще записывать альбомы, выпускать? Недешево. Недешево? Конечно. А про кировские студии не думали? У нас тут вот хорошая получилась, у Мамонова студия такая. Ну, Донецкий еще не свозил? Не успели, да. Ну, мы посмотрите. Пообщаться на эту тему. Может быть, Родина придаст какой-то такой импульс-то? Может быть. Загадывать невозможно. Как вариант просто. Как хорошо, вариант. Хорошо. Зайдем. Почему бы и нет, да. Ну, да. Да. Сколько альбомов-то вообще у Торбонакруча? Честно, не считал. Каждый раз, когда спрашивают, сколько, я начинаю задумываться и путаюсь на таком. Потому что у нас были синглы, которые многие считают за альбомы. Был «Миньон», который тоже как бы маленький альбом. И вот это все считать или не считать, я не знаю. Нам рано жить, воспоминания. Просто есть команды, которые там тоже давно уже существуют, которые штампуют вот, год альбом и так далее. Раньше это было актуально, когда рок-движение было прям на волне, на такой, самое главное, это конец 90-х, начало 2000-х, было очень востребовано, было много гастролей, в каждом городе были правильные, заточенные под это места, клубы. И народ с удовольствием шел на рок-концерты. Это было важно, чтобы постоянно обновлять и материал, и с новым альбомом выиграть новый тур. А сейчас очень изменилась ситуация в городах. Очень мало мест, где действительно можно выступать, чтобы это было не какой-нибудь там ресторан, едание или что-то такое, а именно рок-место такое правильное, с хорошим звуком, с выстроенной, так сказать, атмосферой и подготовкой этих концертов, с рекламой, все. Поэтому, может быть, уже не так часто люди пишут группы, исполнители, альбомы. Ну, а у нас никогда не было гонки, например, потому что все, мы так философски, все должно происходить вовремя, когда подходит время, когда знаки происходят правильные, тогда мы идем в студию и пишем. Да и сейчас как-то изменилось в связи с интернетом, наверное, тоже, что раньше нужен был альбом, нужен был носитель, а сейчас выбрасывают. Совершенно верно. Поехали потом. Уже давным-давно мода на альбомы как будто бы сошла, но мне кажется, все равно она никогда не может исчезнуть, вот, потребность в слушании альбома целиком, потому что это некий взгляд на прошедшее время твоего исполнителя, которого ты любишь, и если ты его действительно любишь, ты прослушаешь альбом целиком. И не просто, мне кажется, целиком, еще хорошо, что желательно. Я понять все, что вы вкладывали там. Я лично до сих пор все-таки предпочитаю альбомом слушать. То есть исполнитель с пластинка выходит, то есть там же логика своя есть. Да? Не просто же так это все. Да? Но потом все равно выбираются любимые
треки. Да, любимые треки на телефоны ходят дальше по городу уже. Да. Еще одну композицию, Максим, попросим. Давайте. Или на рекламу пойдем. Или. Успеем, да? Да. Композицию. Композицию все-таки. Есть еще время. У вас такой мужской разговор у нас. Большое спасибо Николаю Донецкому и салону музыкальных инструментов и оборудования ProfiSound. Работает ProfiSound уже более 9 лет. С недавних пор там появилась еще и гарантийная мастерская. А еще ProfiSound стала единственным в Кирове, один из немногих в России, кто готовит гитару к продаже. Каждую причем гитару. Таким образом, счастливый обладатель получает в руки уже готовый настроенный инструмент. Это правда. Вот. Ребятам большое спасибо, респект. Они меня второй раз уже выручают. Летом как раз я у них тоже брал гитару, когда был концерт в «Книге и кофе». Так что спасибо. Когда Николай Донецкий к нам приходит, так хочется Николаю сказать: «Николай, ставь ты нормальные аккорды, что там все вот эти сет-аккорды вводные и так далее». Ладно, сейчас небольшая пауза, у нас будет реклама, мы продолжим нашу беседу через полторы минуты. Николай Голиков, Владимир Сметанин, и наш гость Макс Иванов. Лидер группы «Торбо на круче». Вот мы уже узнали о том, что 9 марта будет большой концерт в Гауде у нас здесь. Ну, в принципе, зима скоро завершится. Мы сегодня как раз начали с того, что сегодня 15 января, зима-то уже наполовину. Ну, да. А уж день, насколько прибавился, слава богу, будет позже. Там как-то к Международному женскому дню это все будет. Отдельная благодарность будет представительницам прекрасного пола. Ну, естественно, мы не сможем этого никак избежать и не хотим. У нас вообще на каждом концерте отдельная благодарность прекрасному полу происходит. Это, между прочим, правильно. Ну, да, мы считаемся одной из самых романтических групп Санкт-Петербурга. А много ли поклонников у «Торбо на круче», которые вот они с самого начала, то есть 20 лет уже, прям?
с торбой на круче и ходят. Ну, сложно сказать, много или нет, но они есть, мы их узнаем, многих уже просто знаем хорошо. То есть у нас даже такого понятия, как поклонники, нет. Потому что, ну, не очень правильно это. Никто же там не поклоняется, поклоны не бьет. Друзья и друзья. Люди, которым нравится, которые любят творчество. Вот я считаю, что это правильное сочетание, словосочетание по этому поводу. Вот. Их много, действительно, и это все прекраснейшие люди, они уже приводят детей. Ну да, 20 лет. 20 лет, как раз поколение. Да. Некоторые дети приводят родителей, что тоже очень много. Новые материалы насколько активно рождаются сейчас? Сейчас не так активно, конечно, как активно, такое слово смешное. Ты не прет уже? Не в этом дело. Очень много наработок, очень много зарисовок. Ну, во-первых, жизнь дико поменялась, и это прекрасно, потому что сейчас дети стали главным в жизни. И у меня сын, малышка, 1.5 года, средняя дочь в школу пошла, старшая дочери уже вот-вот 12. Да, и поэтому, ну, с ней я вижусь реже, а вот двое детей, постоянно забота о них, и это очень круто, это самые главные мои песни, можно так сказать. Вот. А по поводу написания новых, дело в том, что я как-то недавно сформулировал это уже, и в принципе считаю, что это правильно. И мне уже не интересно просто писать песни, если раньше вот что вижу, чуть-чуть цепануло, то уже в песню входит или как минимум уже записывается. В принципе, сейчас так же происходит, но только в песню это не входит. Мне не интересно просто так это уже писать. Мне нужно, чтобы было какое-то откровение для меня самого. Я от себя жду откровения какого-то. И некое тогда высказывание. Ну, высказывания-то они постоянно происходят, а именно что-то, что настолько будет важно для меня, что я просто не смогу об этом не написать. Вот тогда получается песня. И они время от времени, слава богу, получаются. А сколько, Максим, песен? Сколько альбомов? Сколько песен? Песен больше. Ну, это как-то вот как-то принято, да, ведь вот там читаешь вот, в той же энциклопедии, да, про известного музыканта. Там вот написал столько-то песен. Ну, это как-то вот отчет такой есть. Больше 300. Да. Точнее сказать, не могу. Ну, потому что какие-то песни, которые, опять же, в кировский период писались, они, конечно, юношеские совсем, но как бы я недавно, ну там, какие-то аудиокассеты прерывал, нахожу песню, думаю, елки-палки, ничего себе, а она же песня, это не просто так детская ля-ля-ля. Это, в принципе, ну, то есть, если все это сосчитать, там, конечно, набирается. А бывает, так, а бывает такое, что написал песню, думаешь, что-то она больно уж на предыдущую какую-то похожа. Ну, там, ну, не знаю, там банально даже, там, тональность та же, там, последовательность аккордов примерно. Я думаю, что об этом бывает такое? Я думаю, что постоянно бывает это у наших слушателей. У наших слушателей и у критиков, соответственно. Критики всегда найдут. Да. Я понимаю, что у меня, конечно, существует какой-то внутренняя система координат, которая касается и последовательности аккордов, и какой-то мелодики, которая внутри меня живет. Макс, некоторые называют это стилем. Совершенно стайл. А некоторые называют это то, что он исписался уже, смотрел, он опять то же самое. Клише, да. Клише, да. Ну, взять того же неимоверно любимого Виктора Цоя. То есть там, в принципе, вот что касается последовательности аккордов и как бы одного посыла и какой-то именно системы координат, это все песни. Все там, песни, да. У меня сын одну песенку подобрал на пианино, после этого стал играть все остальные, уже не подбирал. Он просто понял логику. Ну да. Он понял логику, что после чего идет. Примерно так вот он мне. Ты же знаешь, что у меня прятся на свой. Ну да. Так у меня тоже, несмотря на то, что 4 года, но. У меня тоже вооруженный, ему вот 11 тоже, он уже вооружен, ходит в школу музыкальную. Ну все, приходит, сидит, подбирает, по-моему, кукушку он начал с кукушки. А потом прихожу, он все подряд едет. Ему даже просто название говоришь, он поехал. А мы садимся в машину, я говорю, Андрей, что будем слушать? Белый снег, серый лед, ну все, я включаю. Значит, диски поехали, все. Значит, нужные книги он в детстве читал. Вот что хочешь сказать. Но, кстати, предыдущий год ведь был юбилейный, да, в этом плане. Виктору Робертовичу могло бы исполниться 55 в 17-м-то году, если не ошибаюсь. Мы что-то об этом говорили, но у меня уже вылетело из головы. Питер, наверное. Такие цифры забываются. Питер гудел, наверное, просто по этому поводу. Не отследил этот момент, к сожалению, видимо, где-то был. Ну что, давайте еще послушаем. Давайте позицию. Дело-то уже к концу вообще идет, да, между прочим, к сожалению. К концу, да, 5 минут у нас остается. Давайте послушаем, если успеем, еще пообщаемся. Ну давайте все-таки, раз мы лирическая группа, то...
с момента встречи больше ничего не лечит, больше ничего не важно для меня. Через минуту ты уйдешь, и ты в город растворишься. Целую, снися. Сокращенный вариант песни, а целиком все смогут услышать 9 марта в Гауди. Стоит ради этого, да, прийти, чтобы послушать песню целиком, да, правда. Да. Макс Иванов, Турбо накручен. Ну, кстати, мне больше понравилось, вот самая лиричная группа, лирическая, да. Самая романтическая, красивая звучит. Ну, вот как-то согласись, да? Ты хочешь это назови? Ну, вятка родина русской романтики. Да, это правда. Максим, а как это обычно бывает, будет какой-то юбилейный концерт там, с хорошим звуком, со светом, с записью? Ну, по поводу записи надо подумать. Да, вообще у нас концерты всегда с хорошим звуком. Нет, я имею в виду, чтобы это потом осталось. То есть, ну, какой-то фильм, не знаю, музыкальный. Ну, да, я понял. Да. Будет ли это фиксироваться? Mm-hmm. Будем над этим работать. Конечно, хотелось бы, чтобы это все срослось. Да, будем готовиться. Завтра уже, я так понимаю, отъезд уже в Питер. Да. То есть так, не слишком продолжительное пребывание. И вот с какими мыслями, с какими чувствами каждый раз в Киров приезжаете? Да, господи, ностальгии нет такой прям. Есть радость и ощущение того, что я дома, в доме детства, так сказать. А это очень важно. Да, это самое главное, потому что все равно куча добра и беззаботности связана с периодом жизни здесь. Это то, чего очень не хватает сейчас, когда другой совершенно момент и другие важнейшие вещи в жизни происходят. Поэтому вот этой беззаботности хочется вдохнуть и, так сказать, и накопить. Ну, Максим, такого ощущения, что вот этого города детства, да, становится все меньше и меньше, не возникает. Он же меняется. Да все меняется. Конечно, того города вообще уже нет, потому что действительно время прошло и изменилось многое. Но все главное, что в сердце. Вот в сердце он есть, я приезжаю, у меня все быстренько расставляется, как в кино. То превращается в тот город, который я знаю и люблю. Любимые места? Да. Нет, вот где вот именно у нас в городе любимые места? Ну, куда тянет душой, посмотреть, вдохнуть это все? Ну, на самом деле, сразу же с вокзала выхожу и отдыхаю, потому что это район, близко от которого мой родительский дом, и это все, в принципе, тоже любимые места, все обхоженные, и там мы как раз к Вали Кумакину ходили очень много. Так называемый Дурни. Да, Дурни. Поселок Новый. Ну, Макин называл дурнями, ничего. Вот, так что
это тоже уже сразу же любимые места и район. Ну а потом центр, там где театр на Спасской, театр юного зрителя, где тоже все детство провел, можно сказать, родился. Училище, наше Кировское училище искусств, там художественное рядом, Трифонов монастырь, где я пел в хоре, то есть все это, пускай база и так далее. Спасибо, завершаем. У нас, к сожалению, да, истекает время. 9 марта, еще раз напоминаем, в ГАУ, где Торба на круче будет большим концертом. Благодарим Макса Иванова, лидера группы творческих успехов. Всего доброго, будем рады снова видеть при возможности в нашей студии, видеть и спасибо. Слышать. Спасибо, спасибо большое. Всем крепкого здоровья, счастья и до встречи 9 марта. Спасибо. Николай Гольков, Владимир Сметанин, до свидания.